Всем привет, это Аквик, это игра симулятор экскаватора 2011. Видим такой вот небольшой симулятор. Довольно хороший. Так считаю. Хорошие текстуры вот самих, так видим, экскаваторов. Она немецкая, но не все расфиксировано, к сожалению. Вот тут есть и много техники, но это много заданий тоже. Мне нужно тут разровнять землю. Что-то я забыл. Как поднимать ковш. Ковш не поднять. Сейчас. Да, вот так. Стрелку. Ковшик надо поднимать. Что ж. Делаем какое-то задание. Разровняем. Тут все полностью. Да, как-то не очень мне получается равнять. Что ж, давай-ка мы... Куда? Это было как-то быстро. Кстати, на PlayStation 1 типа такой игры есть. Чисто есть. У меня даже она есть. Чисто такая копия этой игры. Там, конечно, по-другому, но все-таки там тоже симулятор строительный тип. Короче, вот такая вот интересная игра. Здесь не только экскаваторы. Сейчас посмотрим, вот тут кое-что другое есть. Причем, как видим, такая трудоемкая работа. Как в жизни, естественно. Как там. Также вот, по центру здесь написано, сколько вы сделали. Ну и, конечно, денег сколько получится за это. Хорошо. Да, на немецком молочек, да. Ну-ка. Чтобы другие появились, надо все заработать денег, ну ладно. Так, долговато придется. Но сейчас времени не думаю, что есть. На это хватит. Успеть это сделать и вам показать. Вон тут вот другое задание, разровнять землю под мостом. Там надо, скорее всего, трубы копали. Мне это тяжело, конечно, сделать. Ну ладно. Давай. Тихо. Там кошка. Оп. Такая вот дурная игра. Для любителей строительной техники. Я, конечно, люблю строительную технику, а вот сами там руководить строительной компанией. Вот, есть Будин Кико и еще игру, которую я хотел обозреть, но что-то ее Фрапс не видит. К сожалению. Это нехорошо. Это очень нехорошо. А игра довольно неплохая там. В Нью-Йорке небоскребы строишь. Там заказывается всю строительную технику, строителей. Вот так строишь. Да. И строишь. Вот так вот. Я думаю, на сегодня хватит. Всем пока.